Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Привет всем любителям бокса четверг, а это значит только одно. Время поговорить о поединках наступающего уикенда. В главном поединке андеркарта вечера бокса Дона Кинга, который он представит на арене Packard Music Hall, Уоррен штат Огайо, обыкновенный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе 32-летний Тревор Брайан, впервые будет защищать свой чемпионский пояс в противостоянии с 32-летним Джонатаном Гуидри. История завоевания Тревором уже своего чемпионского титула достойна экранизации Голливудом. Напомним вам таковую. 31 января 2021 года на арене Seminole Hard Rock Hotel, тогда еще чемпион мира по версии WBA Махмуд Чар, должен был защищать свою прелесть в противостоянии с Тревором Брайаном. Но случился нежданчик. Чар не смог получить рабочую визу P1, которую получают спортсмены, артисты, художники и прочие представители творческих профессий, дающие им право работать на территории Соединенных Штатов Америки. Чар в неполучении визы напрямую обвинил Дона Кинга. Дескать, тот не прислал ему контракт на поединок, так что у него просто не было оснований обращаться в консульство США. Но тут возникает неувязка. Чтобы провести бой против Брайана, Чар должен был подписать контракт. И если таковой у него отсутствовал, то, собственно говоря, как он его подписывал? А если подписал, то почему с ним не обратился в консульство США? На самом деле все обстояло куда проще и куда банальнее. Зная Чара, можно быть уверенным только в том, главной причиной неполучения соответствующей визы были непрофессионализм его команды, да и сама тупость Чара. У него была 10-летняя туристическая виза в США, и он наивно полагал, что таковой будет вполне достаточно для проведения боя. Но разница между туристической и рабочей визами в том, что первая дает Махмуду право только посмотреть на боксерский поединок, а вторая этот самый поединок провести. Так что, прошляпив защиту титула, Чар получил от руководства WBA подарок, а именно статус чемпиона мира в отпуске. А вот комитет по проведению чемпионских поединков Всемирной боксерской ассоциации вынужден был санкционировать поединок уже за вакантный пояс чемпиона мира, который, собственно говоря, Тревор Брайан и провел против Бермейна Стиверна, победив того техническим нокаутом в 11 раунде и став хозяином чемпионского пояса. Продолжение сериала «Махмуд Чар против Тревора Брайана» должно было продолжиться 29 января сего года, но, увы, до 29 декабря 2021 года Чар так и не получил рабочую визу. Причем в этот раз хитрожопый Кинг, чтобы избежать обвинений Чара, включил в контракт пункт, согласно которому проблема получения визы была исключительно проблемой самого Чара. Но и тут у Махмуда что-то не склеилось. Опять он не получает визу, он обвинил Дона Кинга в том, что ему вовремя не прислали контракт, а поскольку в рождественские новогодние праздники консульский отдел посольства США в Германии не работает, так что подать документы на визу еще можно было, но вот получить ее вряд ли. В общем, пока Чар визжал, обвиняя Кинга в том, что он его кинул как лоха, а президента WBA Жилберта Мендосы в том, что тот якобы не выполнил обещание и не вписался за него перед Кингом, соперником Тревора в добровольной защите его титула стал 13-й номер рейтинга Джонатан Гидри. Почему Гидри, а не временный чемпион мира Даниэль Дюбуа или кто-то еще из более рейтинговых парней? Ответ очень прост. Денег за этот поединок много не платили. За 3 недели до боя никто из уважающих себя бойцов принимать такой вызов за копейки не согласился. Так что выбор кандидатуры Джонатана отнюдь, если вот подходить к этому вопросу философски, случайно не случайен. Изначально Гидри должен был проводить поединок в андеркарте
боя Тревора Брайана против Махмуда Чара, выйдя в ринг против Алонзо Батлера. Но как только Чар слетел с поединка, на поверхность была вытянута история о том, что 27 апреля 2011 года в Индианаполисе, штат Индиана, на чемпионате Америки среди любителей Гуидри проиграл Брайану единодушным решением судей в 3 раундах. И тут Дон Кинг заявил о том, что это великая история противостояния, где Гуидри может реваншироваться за победу 11-летней давности. Так что, хотим мы того или нет, нас ожидает продолжение истории великого противостояния ноунейма, неизвестно как добравшегося до 13-й позиции рейтинга Всемирной боксерской ассоциации, и уже не ноунейма Тревора Брайана, чье имя нам стало известно только лишь благодаря его титулу чемпиона мира. Джонатан с момента своего дебюта в профи 11 апреля 2014 года и до сегодняшнего дня проводил поединки исключительно против боксеров с отрицательным рекордсом. Да и его соперники, имевшие положительный рекорд, были хуже самого Гуидри, чего, собственно говоря, и позволило ему побеждать таковых. Так что бои Тревора против Джонатана можно уже назвать как самый отстойный бой в истории Всемирной боксерской ассоциации, а поединки Джонни Руиса против Эвандера Холифилда на фоне противостояния Брайана и Гуидри теперь кажутся уже мегафайтами. Если оценивать поединок Брайана против Гуидри, то интерес вызывает только одно: в каком раунде Тревор ухайдохает Джонатана. Если этого не случится в 3, но максимум в 6 раундах, то Тревор должен подумать о работе, если не пожарного, то полицейского, если не полицейского, то сутенера, если не сутенера, то рэкетира, благо Кинг может ему в этом хорошо помочь. Дело в том, что стиль Гуидри основан на одном: бросай удары чаще, и будет тебе счастье. А о каких-то тактических изысках или красоте исполнительского мастерства в атаке или защите говорить не приходится. Да и боксер он так себе. В ринг его загнало не желание стать частью истории, а банальное желание заработать денег. Гатри, отец 4 детей, пострадавший от урагана Ида в прошлом году, и которому нужны деньги для того, чтобы вернуть нормальную жизнь. Но даже этот факт не станет возможностью для Гуидри повторить историю Джеймса Брэдека, Кори Сандерса, Хасима Рахмана или Энди Руиса. Тревор куда более обучен, опытен и умнее Гуидри. Так что, чего по чесноку-то искать интриги там, где ее и быть по факту не может. Тревор Брайан защитит свой титул. Желательно победой нокаутом или техническим нокаутом до экватора боя, но и перейдя таковой, его победа не порадует нас, но и не огорчит. И знаете, я буду вам очень признателен за то, если вы поможете распространить это видео. Я буду вам очень благодарен за то, если вы в комментарии под этим видео напишите свое видение того, как будет проходить поединок. Мне просто интересно, какой результат уже вы предскажете в этом поединке. Собственно говоря, за сим разрешите откланяться, берегите себя, своих родных и близких, и помните, где бы вы ни были, и что бы с вами ни случилось, все будет. Бокс.